Мужчина погиб в результате ДТП в Шекснинском районе. Авария произошла накануне в 14:38 на 11-м километре дороги Шексна-Сизьма. По предварительным данным, 45-летний мужчина на Mitsubishi ASX столкнулся по касательной с Toyota Land Cruiser, которая двигалась в попутном направлении. В результате удара оба автомобиля вынесло на полосу встречного движения, а в дальнейшем автомобиль Mitsubishi съехал с дороги в поле и перевернулся. Водитель Mitsubishi погиб, а его пассажирка направлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из автомобиля. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Женщина пострадала в аварии в Череповце. ДТП произошло накануне в 17 часов 20 минут на Московском проспекте у дома 49. По информации ГИБДД Череповца, водитель на «Ладе Ларгус» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой «Лада Ларгус», которым управляла женщина. В результате ДТП пострадала женщина-водитель, госпитализация ей не понадобилась. Животные погибли в пожаре в одноэтажном деревянном доме. Как сообщает МЧС, происшествие произошло накануне в деревне Масеево Тотемского района. По данным МЧС, площадь пожара 90 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. Погибли животные, находящиеся в хлеву. 5 коз, 1 козел, 1 овца, 1 ягненок, 6 куриц. Эвакуированы 2 человека. Собственница и ее 9-летняя дочь вышли из дома до прибытия пожарных подразделений. Причина – неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.